смотрите, Азербайджан после этого озвучил новые угрозы в адрес Арцаха. Как вот Россия планирует реагировать на эти угрозы Азербайджана и выполнять свои обязательства в рамках правостороннего заявления? Воинственная риторика с любой стороны контрпродуктивна. Она не помогает продвижению мирной повестки. Мы исходим из того, что Баку и Ереван должны неукоснительно соблюдать все положения трехсторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе касательно обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе, использования Чеченского коридора. Мы считаем также, что деэскалация нынешней напряженности способствовала бы этой деэскалации способствовала активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок. И еще последний вопрос, Мария Владимировна. Вот Сергей Викторович Баку на встрече с президентом Азербайджана сделал заявление насчет посреднических усилий других стран, да, в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. И оно было такое более спокойное, нейтральное. Потом он же и вы вот очень негативно оценили посреднические усилия ЕС и в целом Запада в армяно-азербайджанские отношения. Теперь хочется понять, какая позиция у Москвы в отношении посреднических усилий ЕС и США вот в армяно-азербайджанских отношениях. А что непонятного? По-моему, на встрече с Алиевым было как-то по-другому. Вы знаете, мы где, в чем по-другому? Мы все время призываем опираться на трехсторонние договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении, которые определили дорожную карту регулирования отношений между Баку и Ереваном. Если упомянутое вами посредничество принесет или приносит добавленную пользу и обеспечит взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество между всеми странами региона, ну, мы исходим из того, что считаем цели, которые преследуют США и ЕС, направленными не на достижение обозначенного и не на достижение мира и безопасности на Южном Кавказе, а на то, чтобы просто вклиниться в мирный процесс и, по большому счету, присвоив себе наши наработки, попытаться каким-то образом сыграть роль точно не конструктивную, а просто роль присутствия – это самое лучшее, что мы в этом видим, а, возможно, и деструктивную роль. Почему вы считаете, что это все мы не сформулировали и не сказали? Сформулировали очень четко и сказали весьма определенно. И посчитали нужным объяснить, что не видим в этом не то, что добавленной стоимости, а видим в этом добавленную угрозу мирному процессу. Что тут вы видите нечеткого и неясного? Не согласна с вами.